Так, ребят, вот хотелось бы перед аналитикой, прежде чем начать, немножечко сказать пару слов, может быть, даже показать про тему АТАР. Я читала комментарии, предыдущее видео, те, кто смотрел на канале, у меня было предыдущее видео про АТАР, я рассказывала, что такое АТАР, вообще, какой АТАР бывает, расчетный, технически. Все, отлично, связь хорошо, отлично. Вот, и комментарий много, на самом деле вопросов много, кому-то понятно, кому-то непонятно. Очень много было комментариев по поводу расчетного АТАР, как его считать, что в книге написано Александра Герчика считать так, у меня я говорю по-другому. Я сейчас кое-что хочу объяснить, буквально 5 минут, наверное, что я имела в виду и как посчитала я расчетный АТАР внутри дня и как считает, ну, если говорить сейчас про книгу Александра Михайловича, как написано у него, что он складывает 5 баров, да, делит на 5 и получает то значение, это и есть внутридневной АТАР у инструмента. Я практически делаю то же самое, я просто беру среднюю свечу, значение получается такое же. Я сейчас вам объясню. На экране, если видим мой экран, поставьте плюсики. Буквально 5 минут, наверное, займет, я покажу вам кое-что. Так, ребята. Так как я расчетный АТАР не использую, я бары не складываю, то есть мне достаточно посчитать диапазон движения, то есть расстояние в диапазоне, да, если мы считаем там нисходящее движение, сколько было пройдено от уровня к уровню на дневном графике. Вот, и это значение у меня идет как недельный АТАР. Еще вопросы были про недельный АТАР. Что я имею в виду? Это не значит, что я захожу на недельный график и вымеряю, вот здесь рассчитываю АТАР. Нет, я имею в виду то, что на дневке, во-первых, дневку мы всегда торгуем дневку. Те, кто торгует краткосрочную, внутридневную, кто торгует внутри дня, краткосрок, средний срок, торгуют в основном на дневках, потому что на дневках идет скопление крупного капитала. На дневке видно крупных игроков. Дневные уровни, они самые значимые. Да, мы можем переходить на недельные, но там более, так сказать, более глобальное движение, да, оно там идет месяцами, то есть в основном это такие таймфреймы предназначены для трейдеров, кто торгует долгосрок, это недельный, месячный, да. Дневку мы все-таки используем те трейдеры, которые торгуют внутри дня, краткосрок и средний срок. Вот. И поэтому, когда я говорю, что цена прошла от уровня к уровню, там 2, 3, 4, там 9 баров, я не знаю, сколько инструмент пройдет, да. Бары бывают разные. Вот здесь, например, бары маленькие, здесь средние уже пошли. То есть я замеряю вот расстояние, да. То есть получается 300 пунктов. Те, кто, кстати, еще спрашивал про четвертый знак, пунктах. Я четвертый знак не считаю. Те, кто спрашивал, 3000, 2000, 1000, я тысячные не беру. Я беру просто три знака по пунктам и говорю, что 300, 200 пунктов. То есть это описано Александр Михайлович, он также говорит, что по пунктам на Форексе четвертый знак не считается. Вот, поэтому, если я говорю, что недельный АТАР, это не значит, что я захожу на недельку, это значит то, что инструмент примерно в неделю ходит такой диапазон проходит. Там, например, 200 пунктов иена, да, проходит, точнее, 100-120 пунктов иена проходит за неделю. Что я имею в виду? То есть инструмент раз, два, три, за 3 дня прошел эти 120 пунктов. Я не знаю, какие эти 3 дня будут. В начале недели, в конце недели или, например, с переносом на другую неделю. Бывает такое, да, что иена вообще стоит все там 5 дней и только на следующую неделю идет. Понимаете? Поэтому я беру всегда диапазон 3-9 дней. То есть я всегда говорю 3-9 дней, это для меня это недельный АТАР. Недельный это просто слово недельный. То есть я не говорю, что 7 дней, нет какого-то значения определенного. 3-9 дней примерно проходит диапазон, средний срок, точнее в краткосрочную торговую, кто торгует с переносом на ночь, с переносом на другие дни. Вот, я имею в виду это, да, то есть на дневке проходит несколько дней, и за эти несколько дней инструмент проходит весь свой АТАР, недельный. То есть это не значит, что я захожу на недельный график. Теперь, смотрите, я сейчас объяснила про знаки, да, кто как считает по пунктам, объяснила, что такое недельный АТАР, как я считаю его. Теперь про расчетный. Что у нас было на вот предыдущем видео, я говорила. Как раз вот эта ситуация была. Я посчитала 1, 2, 3, 4, 5. Взяла 5 баров и выделила из них среднюю. То же самое можно сделать с
подсчетом, если вы будете эти бары складывать. Например, там раз, два, то есть вы берете последние там 5 дней, там раз, два, три, четыре, пять. Естественно, вот эти бары, вот эти свечи, да, если в данном случае свечи, они не учитываются, потому что они маленькие, они паранормальные. Либо маленький, либо паранормально большой бар, он не учитывается в расчетном АТР. Не учитывается. Берутся какая-то средняя свеча, это вот, например, вот такая, раз, два, там, три, четыре, да, ну, пять, если можно вот эту взять, пять, либо пятую можно взять какую-нибудь вот такую, да, вот. То есть вы складываете вот эти свечи, а к чему я это говорю? Вот эта свеча, например, да, одна средняя, 100-120, да, вот вы замерили, 100-120, хай минус лоу, например, на 110, 100 будет получаться, там минус 10 пунктов, там плюс 10 пунктов, это не так страшно, то есть здесь нет какого-то критического значения. Вы вот эти свечи, 5 свечей вы отсчитали, нормальных средних, вы их просчитали, то есть прибавили, там 100 пунктов 100, плюс там, тут чуть, может, поменьше, 80, там плюс 100, плюс еще 100, плюс там 90, ну примерно, да, там 5 свечей вы эти сложили, и вы делите на 5, и что у вас получается? У вас получается то же самое значение, что в одной свече, понимаете? Вот значение 100-120 просто умножьте элементарно 100 умножить на 5 и разделить на 5. Что вы получаете? Вы получаете 100. Вы получаете то самое значение внутридневное, которое проходит инструмент. Инструмент проходит 100-120 по иене. Это я уже говорила, да? Вот. Поэтому что я посчитала, да, в ЭТАРе, то есть вот так вот, не сложив и посчитав среднюю, разницы никакой, что вы складываете 5 свечей, делите на 5, или вы берете одну среднюю свечу, у вас тоже значение и получается. Ребят, сейчас пока про ТАР. Да, ребят, просто много вопросов, правда, в под видео было много очень вопросов. Поэтому я вот решила сегодня, вот так сказать, по пунктам, да, не берем пятую и четвертую цифру. Да, я не беру, мы не берем, мы берем 3 цифры. Понимаете, я не говорю там тысячный, там 2000 инструмент прошел, 3000, мы говорим там 100 пунктов прошел. Стоп-лосс, кстати, вопросы были про стоп-лосс. Почему 15-20 пунктов? Потому что 15-20 пунктов на Форексе идет стоп-лосс стандартный. Это написано и у Александра Михайловича в книге, те, кто читал. Стоп-лосс 15-20. Про золото, про нефть я ни слова не говорила. Золото и нефть – это не Форекс. Форекс – это валютный рынок, это только валюты. Все остальные инструменты – золото, нефть, серебро – это совсем другие активы, понимаете, к совсем другой отрасли относятся. Вот. Про расчетный я вот объяснила примерно, что я имела в виду. И, естественно, те, кто торгует внутри дня расчетные, они видят, да, они смотрят на часовике, сколько инструмент проходит. Инструмент просто останавливается, потому что нету дальше хода идти, и идет дальше. В моем случае, так как я краткосрочный трейдер, я в основном торгую сделки, меня переносится на ночь и висят там несколько дней, а то и недель. Я пересиживаю все эти движения, которые внутри дня, остановки вот эти все, и дальше торгую. Поэтому я иену как бы 100-120, спокойно могу взять 100-120 и еще 100-120, да, например, там еще один АТР, после, естественно, накопления. Мы всегда отмеряем от уровней. Техника здесь немножечко другая. Если технический АТР, мы здесь по-другому просто рассчитываем. Мы считаем от уровней к уровню, в отличие от расчетного. Поэтому я в своей торговле применяю технический АТР. И еще вопрос был вот здесь вот по иене, что я говорила, был выстрел, здесь было пройдено 3 АТАР, я посчитала 1, 2, 3, 4, здесь было пройдено 5, да, даже 6 АТАР, да, может быть, я где-то оговорилась, было 3 АТАР, но здесь, если сложить и посмотреть, вот здесь иена прошла 5 и 6 АТАР внутридневных, 5 и 6 АТАР, естественно, она не прошла без откатов, откаты, видите, остановочки были, остановочки такие вот, ну, минимальные внутри дня были, здесь тоже был такой небольшой откат, иена свое движение прошла. Но я вам хочу сказать, вот такое движение, что прошла иена, бывает, ну, не так часто, несколько там, может, раз, не знаю, 5 в год по иене, да, тем более у нас восходящий глобальный тренд, вот, поэтому такое движение, это крайне, как бы, это не всегда такое происходит на рынке. Когда пересиживаете ночью, двигатели стопы. Да, я использую плавающие стопы.